Компания Сергея Якимова год назад выиграла аукцион по ремонту котельного оборудования. Заказ был выполнен качественно и точно в срок. Клиент сразу принял работу и произвел оплату по счетам. Но тут вступили в дело конкуренты, и на предприятии Сергея начались проверки. Все это, насколько я понимаю, происходит из-за того, что конкурс мы выиграли по заниженной цене, и мне поступали угрозы от конкурентов. У нас вот последняя надежда – это обратиться напрямую прокурору области и уполномоченному по правам предпринимателей. На приеме прокурор Сергей Бережицкий совместно с уполномоченным по защите прав предпринимателей Эдуардом Харченко рассмотрели конкретные проблемы бизнеса. Такие встречи проходят каждую среду в региональном центре «Мой бизнес». Участники могут пожаловаться на незаконное уголовное преследование, обсудить вопросы налогового контроля и другие нарушения прав предпринимателей. Из общения с предпринимателями мы четко понимаем все эти проблемы и вопросы, которые есть у бизнеса. И, так сказать, на короткой дистанции мы их получаем, отрабатываем, пытаемся, естественно, конечно, решить и помочь. Основная цель такой работы – устранить препятствия для развития бизнеса. На этих встречах рождаются предложения. Где-то мы выходим законодательно на инициативу вышестоящие органы, где-то мы вносим изменения в нормативно-правовые акты, которые определяют бизнес на территории нашего города. Каждый предприниматель может записаться на встречу по телефону, указанному на экране. Александра Гусева, Ксения Баканова, Сергей Баскин. События.